У Баян Есентаевой пытаются украсть образ. Намечающийся плагиат подметили телезрители Хитового, которые посчитали, что певица Сиви Махмуди явно подражает Баян. Связано, по их словам, это с тем, что каждое действие продюсера «Коктейля для звезды» девушка тут же повторяет. То займется раскручиванием проекта, то решит ни с того ни с сего кино снимать. Однако Сиви считает такое сравнение необоснованным. С чего мне ей подражать? Разве она певица? Она не певица. А насчет продюсирования, я вообще считаю, что в нашем шоу-бизнесе нет состоявшихся продюсеров. Баян информацию о возможном воровстве собственного образа восприняла с некоторым удивлением. Знаете, я никогда не брала в голову, что эта девушка может со мной соперничать. Но если она это делает, наверное, это ее проблема личная. Если так думает народ, то, наверное, это так. Я не могу сейчас сказать, что это так или это не так, потому что мне до этого, в принципе, дела нет. Сиви Махмуди – птица не того полета, чтобы я с ней соперничала или что-либо говорила в адрес этой девушки. Однако одна тема, которую раздули в народе, все же задела за живое обеих девушек. Это принадлежащие им глянцевые издания о жизни звезд. Вообще-то это я выпустила журнал, а потом уже выжил Гашиктар Алиме. Мне абсолютно все равно, кто выпустил первый журнал, она или я, или кто-то другой. Я просто могу сказать, что журнал Гашиктар Алиме – это лучший журнал среди всех казахязычных изданий. Если кто-то хочет со мной поспорить, я готова. Вот такая история. Но самое интересное в ней то, что Баян и Сиви мало того, что лично не знакомы, они вообще никогда в реальной жизни друг друга не видели. Откуда уж у телезрителей вышеозвученные выводы, остается только догадываться.